Привет всем! Меня зовут Матисаков Паэль, мне 14 лет, и я из Кыргызстана. Родом я с самого колоритного и лучезарного города нашей республики, иначе говоря, я из города Ош. Я родился и вырос здесь, и именно здесь начинается моя родословная. Именем Паэль наградил меня мой дедушка, что в переводе означает «богатый народ». И вправду, народ Кыргызстана самый добрый, сплоченный и гостеприимный. Мы богаты нашей историей, культурой, традициями и великолепной природой. Я учусь в 8 классе. В свои 14 лет увлекаюсь творчеством, а именно играю на национальном музыкальном инструменте комуз и занимаюсь спортом. Я очень люблю путешествовать, и у меня есть мечта посетить самые красивые города на этой земле. И хочу сказать, что частичка моей мечты исполнена, так как стою на этой сцене в этом городе.